Начало обрядов Сабантуя, первым из которых и была грачиная каша. Шир Эльгрия, шешугеш ворона джитте, Сабантуя мучен бауздравос. Сызғанып тұтын туаным Алтын көмеш түгел Икмек харша Бар нәрседен үстін болған ол Түштін ұрлық бұразнаға Игілікле сәғатлерде Жир отасы, жирен соқал Жир онасы, осыл беке Тамырына нытылған бир, ил үстіне ұлыған бир, ил ішінде бізге де бир.
площади меня послал сообщением: готовьтесь к подобающей встрече. Что это за местность? Чья земля? Не скажете ли, уважаемые? Это город мировой славы, город дружбы и гостеприимства. Слава Москвы распространилась далеко за ее пределами. Город дружбы и любви. Народ твой гордится тобой, значит, будет жить вечно. Уважаемый мой народ, я к вам пришел не как повелитель, а как гость. Огромное вам спасибо, что вы пронесли через века наш праздник. Савантуй! Праздник, который идет к нам с давних времен. Радостно, что вы сохраняете традицию отцов и дедов. Мы от вас уходим с чувством удовлетворения. Будьте богаты и счастливы. На ваш праздник я пришел не с пустыми руками. От Ларгиле, от Ларгиле, шабыш отлары. Бар микен ол татар ирегенің, отта сыпланмаған шақлары. Стремителен полеты лошадей, а сколько в них мощи, когда они несутся вскачь, устремленные только вперед. Конь был главным богатством татар и башкир. Наши конники многие века славили себя мужеством. Их боевые качества – смелость, мобильность, бесстрашие, решительность и выносливость – отличали во всех военных походах и сражениях. И ныне, в год истории и 200-летия победы в Великой Отечественной войне 1812 года, мы не можем не вспомнить о героизме татар и башкир. В те грозные дни правительство царя Александра I издало два манифеста от 18 и 30 июля о создании ополчения для подкрепления войск и защиты Отечества. В ответ на эти манифесты с хребтов Урала двинулось в поход 23 пятисотенных полка. В полки поступило множество дворян, татарских и башкирских князей и мурз. Мещерский полк состоял в 3-й западной армии. Действуя в ее составе, наши воины прошли с ней всю Отечественную войну.
постоянно находясь в делах против неприятеля. Они сражались на Бородинском поле, воевали в составе летучих отрядов, преследовали неприятеля при наступлении русской армии. Они представляли собой значительную силу. Сами французы отмечали их удивительную меткость и смелость. Мещеряки завершили свой боевой путь в Париже, первыми войдя в столицу Франции.